Усилитель на германиевых транзисторах Philips 591. Состояние для своего времени отличное. Все надписи рабочие, ничего не стерты. Он имеет 2 тона компенсации, грубо говоря, понижение низких частот, повышение высоких частот. Все, что тут полагается, все есть. Тюнер, дека, вертушечка и AUX, соответственно. Баланс, бас, требл, волюм. Начинаем. Вот, басов. Одна пара колонок работает от 4 Ом и до 8, вторая только от 8. Чудеснейший усилитель, чудеснейший звук, просто прелесть, так и льется.